Здравствуйте, друзья. Среда, 11 часов 15 минут. Вот буквально там 15 минут назад я специально ждал дома, там следил за новостями. 15 минут назад Federal Reserve Bank объявил о том, что повышает процентную ставку на 0,75%. Это вообще небывалое повышение. Я не знаю, там сколько лет прошло, когда последний раз что-то такое было. Там, может быть, году в 90-х, там, в начале 90-х, может быть. В общем, когда начинались все эти процессы, то вот этот Federal Reserve Bank, ну, в данном случае начальник, господин Пауэлл, он такой был, знаете, голубь такой. Типа, все под контролем, ничего страшного, главное не спугнуть. Вообще, у Federal Reserve Bank есть две основные задачи, которые он призван решать. И они как бы связаны друг с другом. То есть надо правильно сманипулировать как бы этим всем. С одной стороны, они должны обеспечить, чтобы инфляции не было. Ну вот не больше 2%. У них такая цель, там не больше 2%. И надо сказать, что довольно много лет удавалось держать даже ниже 2%. Вот при Обаме там, вот в это время очень-очень невысокая была инфляция. Не только, не связано с тем, что именно Обама, но вообще долгое время не было высокой инфляции. А тут, значит, и он так говорит, ну, главное не спугнуть, потому что вторая задача, которую они решают, это чтобы работа была, да, чтобы низкий уровень безработицы. И вот это надо балансировать. То есть, с одной стороны, мы не хотим инфляции, с другой стороны, мы не хотим, чтобы была безработица. И это связано, потому что когда, скажем, много работы, вот как сейчас, например, да, вот сейчас работы много. Потому что процесс, интерес банковский держался на низком уровне. Таким образом, предприятия за, ну, практически бесплатно или почти бесплатно могут брать деньги взаймы, соответственно, расширять производство, соответственно, нанимать людей. Соответственно, людей катастрофически не хватает, им начинают платить большие деньги. Кстати, вот сейчас, да, это происходит. И одна из трех основных составляющих сегодняшней инфляции – это выросшие зарплаты. Выросшие зарплаты, то есть больше денег за, в общем-то, то же количество произведенного товара и услуг. Это нефтяные дела, связанные с кризисом, вот, да, война в Украине, значит, эмбарго на российскую нефть, соответственно, вот эта часть. Ну и пандемия. То есть все знали, что выход из пандемии будет связан с какой-то инфляцией, потому что, значит, когда все упало, потом резко повышается спрос, потом, значит, этот спрос неудовлетворенный, потом логистика туда-сюда. То есть понятно, что люди будут переплачивать для того, чтобы получить хоть что-то, и тем более вовремя. Вот три таких компонента. Значит, вот компонент, связанный с зарплатами, которые росли, 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 росли. Вот пытаются, с одной стороны, все-таки инфляцию подбить, с другой стороны, не дать рынку труда обвалиться и привести к высокой безработице, да? И вот, значит, все с интересом наблюдают, как удастся справиться вот этому Federal Reserve Bank, вот этому господину Пауэллу, который был такой голубь, как я не знаю что. Ему говорили, да как же вот сейчас такая? То он говорит, все под контролем, ничего страшного, мы все это ожидали, ничего себе такое. Ну да, там немножечко, но это само по себе пройдет, там и так далее. И действительно, действительно, тенденция была бы другой. Это правда. Тенденция была бы другой, если бы вот не то обострение, которое сейчас происходит с ценами на энергоносителями. Действительно было бы намного лучше, существенно лучше. Но вот имеем, что имеем. И вот, значит, он вдруг превратился в такого ястреба. И хищнически повышает этот самый процент. И ему говорят, ты смотри там, мужик, ты не перетрудись, потому что ты сейчас как наповышаешь, предприятия перестанут брать деньги. И, соответственно, начнут людей сокращать и нанимать не будут и так далее. Но там как бы другая логика. То есть они говорят, что у нас такой сильный рынок труда сейчас, то есть настолько низкий уровень безработицы, что такого не было уже там, или, там 50 лет, или 60 лет, или 70 лет. Ну, что, как-то исторически очень низко. То есть даже если немножко вырастет уровень безработицы, то, в общем, ничего плохого с этого не будет, а как бы даже, может быть, и наоборот, хоть станет возможно кого-то нанять. Во всяком случае, перестанут платить все больше и больше и больше за то же самое. Ну, в общем, такие дела. И
никто не знал, насколько повысят. Ну, то есть, месяц назад он говорил, Пауэлл говорил, что мы не рассматриваем, слухи были, он говорит, мы не рассматриваем активно повышение на 3/4. Он не отверг, как бы, да, но он сказал, что у нас нет такого, чтобы мы активно рассматривали сразу 3/4%. Но в пятницу пришли новые данные за прошлый месяц или там за какой-то период времени, в пятницу как раз, и та тенденция, которая была наметилась к маленькому, пусть к маленькому, но вот уже к снижению, говорили, что вот прошлый месяц был переломным, это был пик, а дальше будет ниже и так далее, и так далее. И вот не получается. И тогда он вот с такой ястребиной, такой агрессивностью, значит, 3/4% жах. На что это сказывается? Это сказывается на прибыли предприятий. Соответственно, это приводит к снижению стоимости акций на рынках. На что еще это сказывается? На то, что вот банковские вклады начинают давать какой-то процент, какой-то интерес. Потому что сейчас вы можете там держать миллион, и вам, ну, либо ничего не дадут вообще, либо дадут там, я не знаю, ну, сколько сейчас могут дать, там, 0.5% где-нибудь. Вот. И вы еще с них налоги заплатите, да, то есть совсем ничего. Короче, да, когда ставка повыше, то, может быть, там уже начнут платить, там, не знаю, там 2%, 3%, может быть, там где-то и 4, и 5. Говорят, что к концу года они собираются довести процент там до 5, может быть, даже. Это что, в общем, не безумно много, вот если так вспомнить, вот в каких временах тут мы проживали и что при этом было, 5% это тоже довольно низкий в целом интерес. Ну, конечно, намного выше, чем сейчас. Короче, такая вот, как сказать, двугорбый такой верблюд, да, то есть, с одной стороны, мы хотим инфляцию забить пониже, да, с другой стороны, мы хотим, чтобы безработица не выросла, вот. И никто не знает, что у него получится. Что еще? Соответственно, на гражданском таком, на нашем, на бытовом уровне, это кардинально повышает банковский процент, который ты выплачиваешь, когда покупаешь дом. Да? Ты одалживаешь деньги и начинаешь платить существенно больше, чем сейчас. Что при этом получается, что вот у вас есть сколько-то денег, ну, допустим, какой-то вот потолок, вот столько вы можете, а больше уже нет. И вот с этими вашими возможностями, вот при низком interest rate, вы можете купить дом, ну, скажем, за миллион, да, то есть сколько-то вы будете платить выплату вашего дома в погашение кредита, сколько-то вы будете платить в банковские интересы, вот вместе вот вы можете купить на миллион. Теперь, если банковский интерес растет, то, соответственно, вы меньше можете платить в погашение интереса. Соответственно, в погашение займа. Соответственно, получается, что вы не можете купить там недвижимость той же цены, вы уже не купите за миллион, потому что, начиная платить больше туда, значит, вы меньше платите за дом. Соответственно, это, может быть, будет не за миллион, а ваш потолок опустится, скажем, с миллиона, там, не знаю, там, на 950 тысяч, а может быть, на 930. Ну, такого плана. То есть, тому, кто покупает за наличку, ему выгодно, да, он все равно пришел, потратил меньше налички. Тому, кто покупает с банковским кредитом, тому сложнее становится. Таким образом, это должно нанести определенный удар. Но не одно вот это повышение в 3/4, а там же еще последовательные будут, да. То есть, вот это должно к концу года сбить основательно, подбить рынок недвижимости. Во всяком случае, в тех местах, вот как у нас тут, где люди покупают на пределе возможностей, где там какие-то жуткие деньги там и так далее, может подбить. С другой стороны, еще раз, люди, которые боятся инфляции, вот, потому что мы не знаем, удастся ли им сильно подбить эту инфляцию, мы не знаем, потому что все остальные факторы это на месте, в частности, вот нефтяной кризис там и так далее, с ценами. И
когда происходят такие вещи, многие люди, которые не стали бы покупать, например, недвижимость, они покупают недвижимость просто, чтобы сохранить деньги, например, да, то есть обесценение бумажки, да, на недвижимость не влияет. Недвижимость, она как бы не бумажка, а все-таки что-то реальное. Поэтому очень много векторов разных, тянущих в разные стороны. И вы видите, как люди, которые находятся на вершине, как бы, должностной иерархии в этом плане, насколько они не в состоянии ничего такого предсказать, и сколько там разных мнений, и все они миллиардеры, и все они там управляют триллионами, и в конечном счете ошибаются, как первоклассники. Не в том смысле, что они знают, как первоклассник, нет, конечно, они гораздо больше знают. Предсказать сложно. Понимаете, так много факторов, действующих в разных направлениях, векторов, как бы, да, тянет в разные стороны, что трудно сообразить. И плюс такой джокер, бах, там, тут война, здесь эмбарго, там блокада, здесь пандемия, понимаете, такой джокер, бах, выпадает, и вообще все рушится со всеми их расчетами, пересчетами, и страховками, и перестраховками. Такая вот история, друзья. Счастливо!